Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вам представляю анонс нового нашего фильма по выращиванию штамбовых роз. Штамбовые розы последнее время очень стали востребованы. Пошла на них мода у нас в садах. Но вырастить штамповую розу не так просто. У меня есть уже два фильма по штамповым розам. Но это для продвинутых пользователей. А для вас, для новичков, кто первый раз столкнулся со штамбовой розой, конечно, нужен новый фильм. И я его решила сделать. Фильм будет состоять из трех частей. Первая часть будет состоять из самого процесса, как я сажаю штамп, как я делаю обрезку побегов, корневой системы и как нужно сделать, чтобы штамп запустился. Вторая часть будет состоять из процесса, как штамбы в горшках надо омолаживать. Это выращивание штамба в горшках сейчас тоже очень модно, и все хотят штамба в горшках. И третья часть, как вырастить штамп самим. Самое главное, как вырастить подвой и как сделать окулировку. Все вы сможете сделать сами. Поэтому добро пожаловать на новый урок.